Надо узнать, как она называется. Сейчас посмотрим по этому, по вкусу. Ты не знаешь, Жень, как эта трава называется? Какая? Ну, не которая, а как такая. Мята она. Как мята такая. Да, такая. Ну, мята, наверное, называется. Ну, по-тайски. По-чанговски. Сейчас. Дело в том, что мы хотим купить траву, но в смысле, которую едят. Вот. Мы не знаем, как она называется. Вот. Ну, просто на вкус это. Давай на запах определим. Можно понюхать? Понюхать можно? Траву можно понюхать? Не она, нет. Ну-ка, да. Ну, это что-то на наше то, что похоже. То есть от нас похоже. Нам другая нужна. У нее, у нее знаешь, какие листья? У нее именно стволы идут. Не вот такие вот. Вот здесь, видишь, какие-то. С красным, да, с чем-то? Они именно как деревянные стволы. Это не деревянные стволы, это не она. Да, не то это все. Ну давай вот эту. Какая нужна она? А ну вот эту, дай понюхай. Это кинза. Это кинза. Кинза? Не, не то. Пойдем вон на того посмотрим. Вот это нет? Не-не, у него ствол как дерево. То есть как коричневый, деревянный такой. А вот. Excuse me. Стоять, травонос. Травонос, стоп. Sorry. Сейчас посмотрим. Не, это нет? Не то. Вот, нет. Сейчас. И вот это? Не, это не она. У нее именно деревянные, стволы деревянные. Окей, thank you. No, thank you. I bought. Окей, thank you. Это не она в любом случае. Нет, нет. Да нет. Там помнишь, там такие. Блин, плотные классы, я ничего не понимаю, чем здесь пахнет. Спасибо. Да, не смотрите Анзор ТВ. Травы здесь нет.